Друзья, в продаже у нас появился Volkswagen Tiguan 2013 года на бензиновом двигателе объемом 2 литра, 170 лошадиных сил, на автомате, на полном приводе. Автомобиль имеет оригинальный ПТС, всего два владельца, полностью в заводском окрасе, с родным подтвержденным пробегом всего 60 тысяч километров. Хорошая комплектация. На обычном классическом автомате имеются противотуманки, омыватели фар, литые диски, повторители на зеркалах, рейлинги на крыше, парктроники. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электрегулировка зеркал с подогревом, тканевый салон в идеальном состоянии, круиз-контроль, мультируль, двухзонный климат-контроль, кондиционер, обогрев заднего стекла, подогревы передних кресел, штатная мультимедиа. Автомобиль своевременно обслуживался, покупался у официального дилера. Сзади 3 места. Имеются столики, дефлектора подачи воздуха. Автомобиль в отличном состоянии, полностью в заводском окрасе, дилерский, с родным подтвержденным пробегом, с оригиналом ПТС, всего два владельца. Хорошая комплектация.